Более 3000 казахстанских компаний признаны банкротами. Сумма их долга перед кредиторами составила 4 триллиона 600 миллиардов тенге. Об этом Атамекен Бизнес рассказали в Комитете госдоходов. По их информации, больше всего должников в Алматы. Следом идут столичные бизнесмены. На третьем месте Восточно-Казахстанская область, затем Костанайская. Замыкает пятерку лидеров Мангистауская область. Из всех регионов меньше всего должников зарегистрировано в Жамбылской области. И как нам уточнили в Комитете госдоходов, в большинстве случаев в Казахстане признаются банкротами субъекты малого и среднего бизнеса.